Товарищи, завтра в 10 часов репетиция. А нельзя попозднее немного поспать? Можно, можно, можно. Юр, дай коробку. Во сколько она сказала? Ребят, 9.45. 9.45. Приехали. Мы почти дома. Почти не считается. Спасибо, что проводили. Разрешите руку. Дальше мы пойдем сами. Сами? А? Это как понять? Вы, значит, туда, а мы, значит, обратно. Значит, так. Слушай, друг, как тебе это нравится? Не нравится. Девушки! О, кого я вижу. А, это ты. Добрый вечер. Привет, мальчишечка, привет. Ты что здесь делаешь? Да так, решил немного прогуляться. Ты, кстати, мало бываешь на воздухе, может, погуляем вместе? Уже. Что? Считай, что уже гуляем. Холод собачий. Угу. Разреши? Ну, разреши. Спокойной ночи. А может быть, давай поболтаем еще немного? Я устала и замерзла. Иди домой, Васенька. Ты замерзла? Ну тогда... Пойдем завтра в кино? Завтра увидим.
И вы нас бросите на улице? А вы как думали? Думали. Я был уверен, что мы едем в гости. В гости ночью. А что особенного-то, что? Нам в гости ночью не ходят. Вы ошиблись. Гляди, какой быстрый, в гости. Дорогие девушки, ну почему? Почему не ходят? Чайку там. Не на тех напали. Скажите, какое коварство! Дай хоть поцелую на прощание! Сейчас, разбежались. Скажи, как они нас, а? Перекурим? А твоя ничего себе, а? Маловато ростом. Она же тебе нравилась. Уже не нравится. А что за район-то, а? Новомыльниково. Ясно. А где прохожие? Глушь. Деревня. Они здесь ложатся еще. Слушай, а сколько времени? Половина двенадцатого. Жмем! Если опоздали на электричку, все! Следующая в 6 утра! А далеко до дома? Километров 20, не меньше. Джентльмены, провожание устроили. Тьфу, обормоты. Родных, не милиции. Что будем делать? Что делать? Слушай, да. А как тебя зовут? Ты извини, там в кафе я толком не расслышал. Честно говоря, тоже. Давай по новой. Севастьянов Семен, в просторечии Сильва. Бусыгин Владимир. А почему Сильва? А черт его знает. Прозвать прозвали, объяснить не объяснили. А я тебя видел. На проспекте, на углу. А как же, я там принимаю с 8 до 11, каждый вечер. Васенька, иди сюда, поговорим серьезно. Яичницу будешь? Нет. А я голодная. Ешь. Ты меня любишь? Я? Любишь, любишь. А раз любишь, должен меня слушаться. Будешь слушаться. Да. Васенька, я хочу, чтобы ты больше не ходил за мной по пятам, не ждал меня. Пойми ты, наконец, что у нас с тобой ничего не может быть. Ну, ты подумай, глупенький. Я же тебя старше на 10 лет. И потом, я вообще не собираюсь замуж. Насмотрелась. Нахожусь под впечатлением.
Ты знаешь, у меня такое ощущение, что все мужчины разводятся в том суде, где я работаю. Такое впечатление. Ну, видишь, у нас с тобой разные идеалы и все такое. Неужели вам в школе этого не объясняли? Не говори глупостей. Ну, ладно. Хороших слов ты, видно, не понимаешь. Ты мне просто надоел. Надоел, ясно тебе? Уходи. И чтобы я тебя здесь больше не видела. Ну, хорошо. Больше ты меня здесь не увидишь. Никогда не увидишь. Совсем спятил мальчик. Встретимся завтра. На полчаса, на прощание. Ну да, от тебя потом не отвяжешься. Знаю я вас. Дрянь. Что такое? Ну, иди отсюда, щенок безхвостый. Прости, я не хотел. Василий? Ну? А ты знаешь, который час? Что это значит? Куда ты собрался? В турпоход. А это что? Зачем тебе паспорт? Не твое дело. Письмо накатал. Пойди, отдай ей это послание, возвращайся и ложись спать. Ты что придумал? Я уезжаю навсегда. Что? Уезжаю. Спятил?
Ты ведь знаешь, что я скоро уезжаю. Вот я уеду. Слушай, Васька, ну и гад ты. Так бы взяла тебя и удавила. Я вас не трогаю, и вы оставьте меня в покое. Папа! А твой сын уезжает. Он написал ей письмо, смотри! Смотри, он написал ей письмо! Я люблю тебя! Я люблю тебя, как никто... Отдай! И никогда... Отдай! Ты была права! Я люблю тебя, как никто и никогда тебя не любил. А теперь я уезжаю, прощай, твой СВ. На, СВ. Ну, допустим, тебе на меня наплевать, но хоть бы об отце подумал. А ты о нем думаешь? Думаешь? Что ты понимаешь? Послушай, Василий, сын, поговорить нам надо, как мужчинам. Не хочу с вами разговаривать, вы все мне надоели. Нет, поговорить надо. Послушайте, были в гостях, опоздали на электричку. Нам бы только до утра где-нибудь за печкой, скромненько. Граждане! Ну что? Пустые хлопоты, не открывают. А главное, никто разговаривать не хочет. Спросит только, кто стучит, и все. А вон свет. Там собака. А я их, между прочим, понимаю, открыть ночью двум таким типам. Работаешь, учишься? Обязательно работаю. Фирма «Буревестник», ремонт холодильников. Ты трудишься? Студент. Чертов ветер. Откуда он взялся? Такой был день, и на тебе. Будет дождь. Его только не хватало. А может быть, даже и снег. Нагнемся. Еще полчасика я околею. А кругом столько теплых домов. Да что там домов? А сколько выпивки? Сколько закуски? Опять же, сколько одиноких женщин? Это всегда выводит меня из себя. О! Санаторий Лукоморье. Здесь должен быть сторож, охраняющий общественные ценности. Посетим? Ага. Охрана! 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 К сожалению, нам доверяют. Через полгодика здесь будет много-много теплых постелей. А Чингакуга? Солярий! Ага, Чингакуга? Акуга Чингагага? Кассеврос и другие подвижные игры. А танцверам? Да ладно, да ладно, да ладно, да. Алло, хозяин! Алло, хозяин! Что такое? Добрый вечер, девушка. Послушайте, я опоздал на электричку, замерзаю. Не пущу. Обождите. Ну? А почему так категорически? Я живу одна. Тем лучше, значит, у вас найдется место. Одна, я понятно? И вам не страшно одной? Нет, не страшно. А вдруг вы ночью заболеете? Ведь воды некому подать, так нельзя, девушка. Не беспокойся, не заболею. Мне некогда разговаривать. Навестить вас завтра? Попробуй. Я до завтра не доживу, замерзну. Как я могу вас пустить, если я вас не знаю? Велика беда, пожалуйста. Бусыгин Владимир Петрович, студент. Ну и что? Ничего, теперь вы меня знаете. Вы думаете, этого достаточно? А что еще? Что еще? Ах, да. Ну, не будем забегать вперед, но вы мне уже нравитесь. Нахалы все невозможные. Ну вот и поговорили. Да. Ну и что же дальше? По-моему, мы делаем ошибку, опираясь на частный сектор. Между тем, как рядом не охвачен прекрасный коммунальный дом. Ну что, обзвоним все квартиры, идем. А что ты собираешься им говорить? Что говорить?
Опоздали на электричку? Да. Не поверят. Скажем, что мы замерзаем. Ну и что? Ну и что? Кто ты такой? Какое им до тебя дело? Еще не зима, до утра потерпишь. Будем говорить, что отстали от этого, от скорого поезда. Этим их тоже не прошибешь. Ну, тогда скажем, что за нами гонятся бандюги. Вау! Неужели не пустят? Давай-ка их за это разбудим. Ага. От зари до зари. От зари до зари, от темна до темна, о любви говори, пой гитарная струна. Ла-ла-ла, 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 ла-ла-ла. Прекратите безобразие! Чего? А ну, проваливайте отсюда, артисты! Куда? Куда, папаша? Нам некуда проваливать. Убирайся! У нас тут своих хулиганов хватает. Спи, моя радость, усни. Ешь! А в доме погасли огни. Птички умолкли в саду. Рыбки уснули в пруду. Теперь ребята на не скрипит. А мышка за печкой спит. Глазки скорее сомкни. Эх! Спи, моя радость, усни. Два, три, раз, два, три, раз, два. Может быть, нам следовало, да, смирить гордыню и попроситься на ночлег? Спустил бы с лестницы. В этом доме живут темпераментные люди. Смотри. О, театр теней. Ага. По-моему, решается проблема отцов и детей. С чего ты взял? Старый и молодой. Такова конфигурация фигур. Наташа, Наташенька. Кто там еще? Это я, Сарафанов. Андрей Григорьевич? Извини, что так поздно. Я вас не узнала. Ради бога, Наташа, мне поговорить надо с вами наедине. Входите. Немедленно. Наташенька. Что делается? Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ей 25, не больше. Ему 60, не меньше. Молодец. Поехали. Кто-кто-кто? Куда прикажете? Любопытно. Остался у него кто-нибудь дома? Ну, жены, во всяком случае, не должно быть. А младшее поколение? Сын. Я думаю, у него их много. Может быть, может быть. Слушаюсь. Знаешь что? Пошли-ка с ним познакомимся. С кем? Да вот с сыночком. С каким? Ну, с этим, сыном Сарафанова Андрея Григорьевича. Чего ты хочешь? Погреться. Пошли. Пошли, пошли. Пошли, погреемся. А там видно будет. Ничего не понимаю. Я немного знаю человечество. Кроме того, я иногда посещаю лекции. Изучаю физиологию, психоанализ и другие полезные вещи. Ну и что? У людей толстая кожа, и пробить ее не так-то просто. Так. Ага. О. Надо соврать как следует. Только тогда тебе поверят и посочувствуют. Человека надо запугать. Или разжаловить. Угу. Эта ночь кончится в милиции. Я чувствую. Так. Добрый вечер. Здрасте. Могу я видеть Андрея Григорьевича Сарафанова? Войдите, но только его нет дома. А когда он вернется? Он вышел, когда вернется, не знаю. А куда он ушел, если не секрет? Я не знаю, вы садитесь, ждите, если хотите. Не лучше ли нам прийти завтра? Не лучше?
Ну, а как его здоровье? Отца? Ничего. Гипертония. Гипертония? Надо же, а! И давно у него гипертония? Давно. Ну, а вообще-то он как? Как успехи, настроение? А может, все-таки завтра прийти? А что, собственно, вам от него нужно? Прежде познакомимся. Владимир. Василий. Семен. В простонародье Сильва. А почему Сильва? Сильва? А ребята прозвали. Еще в этом, в Доме пионеров. За пристрастие к этому... К музыке. Точно. Угу, ясно. Угу. Ну, а отец-то вам зачем? Ну, в общем, а это вот он. Пришел повидаться. Вы с ним давно не виделись? Самое печальное. Самое печальное. Что мы никогда с ним не виделись. Непонятно. Ты только не удивляйся. Дело в том, что Андрей Григорьевич Сарафанов мой отец. Да. Да, Василий. Твой папа это мой отец. Как-то не странно. Вот такая вот история. А? Что скажешь? Нет, что ты скажешь? Это же братья встретились. Случай-то какой, а? Да, в самом деле. Да. Ну, что вы стоите, как истуканы? Случай-то какой, ты подумай. Надо выпить, ребята, выпить! Ага. Выпить? Я сейчас. Я бы никогда не додумался. Не суетись. Зачем ты сразу полез с этой выпивкой? Какого черта? Слушай, как эта идея пришла тебе в голову? Идея пришла вполне закономерно. Я вырос без отца на алиментах. Об этом нет, нет, ты вспомнишь. Во мне проснулись сыновьи чувства. Да, да. Папаша, Наташенька, вы мне нужны сию минуту. Гусь. Все они гуси. Василий! Да, сейчас. Вы такой же. Вот я и подумал, почему бы этому слегка не пострадать за того. По-моему, это вполне справедливо. У, Василий! Да ты только не расстраивайся. Если разобраться, у всех у нас родни гораздо больше, чем полагается. И ты не тушуйся. Васятка мужчина, он поймет. Вот ведь, Вася, какая история. Жизнь темный лес. А. Мы в нем плутаем сначала до конца. За встречу. Мы сейчас прямо с поезда. Он меня просто замучил и сам ведь извелся. Заехать не заехать, заехать не заехать. А повидаться надо. Сам понимаешь, какое время живем. Сколько тебе лет, Вася? Мне 17. Здоровый парняга. До встречи, братишка. И так пьем. Неинтеллигентно. А нет ли чего закусить? Ну. Закусить? Конечно. А вы идите на кухню. Может, его отцу сегодня не показывать? Нельзя же так сразу, неожиданно. Мы. Посидим немного и приедем. Завтра. Ты что, уже не хочешь его видеть? Очень хочу, но рискованно. Боюсь за его нервы, ведь он обо мне ничего не знает.
Ну что ты, раз ты нашелся, значит, это отец. А я по улице гулял. Немножко. Дождь идет. Молодость свою вспоминал. Сынок ты мой. Васенька ты мой. И очень кстати. Я тоже был молодым. Глупостей делал много, но я, Вася, никогда не доводил дело до истерики. Слушай, пока ты гулял по дождичку... Потому что женщины, а так как ты, поступают слабые люди. У нас гости. Я говорю, слабохарактерные. У нас гости, необычные гости. Потому что с женщинами... Вернее, гость. Всегда. Еще один. Гость и еще один гость, это два гостя. Получается. К нам пришел твой сын. Твой старший сын. Что значит мой сын? Как это сын? Я говорю, твой сын. Ты не волнуйся. Я все очень хорошо понимаю, не осуждаю, даже не удивляюсь. И у вас такие шутки в ходу? Вам что, они нравятся, шутки? Какие шутки, когда он на кухне ужинает? Может быть, на кухне кто-то и ужинает. Но ведь ты же пьяный, Вася. Да, я выпил по такому случаю. А кто позволил тебе это сделать? Я спрашиваю тебя. Ну, о чем ты говоришь-то, когда такой случай? Я тебя спрашиваю, кто позволил? Я никогда не думал, что у меня есть брат, а тебя тут, пожалуйста. Это делать? Ты иди посмотри лучше на него, ты еще не так напьешься. Какой? Я тут думал, что у меня такой. По тебе так сынок, тихий. Он так хочет тебя видеть. Он так любит тебя. Он. Кто это он? Твой сын. А ты у меня тогда кто? Мелкий алкоголь. Разговаривай с ним сам. Да нет, мерзавец. Каков мерзавец? Сколько там ты их говоришь? Двое. Второй, конечно, тоже хочет, чтобы я его усыновил. Они взрослые люди. Зачем же взрослому человеку нужны родители? По-твоему, не нужны, я понимаю. Ну, прости, пожалуйста, я хотел сказать, что взрослому человеку не нужны чужие родители. Свои дети бегут, я понимаю, но чтобы ко мне бежали чужие дети, взрослые дети. Сколько ему лет? Лет 20. 20 лет. Чушь, вздор. Если ему, то мне тогда должно быть просто... Я понимаю. Что ты понимаешь? Что ты болтаешь? Что ты болтаешь? Да, я много ездил по стране, в конце концов. Я артист, в конце концов. Я понимаю. Что ты понимаешь? Ты слишком много понимаешь. Меня так понимают. Так что имей в виду, я чист перед твоей матерью. Я, кстати, не был знаком с ней тогда. Имей это в виду. А, я так и думал. Тогда и получается вздор какой-то, чушь, как чепуха. Ты думаешь, он врет, да? Он напутал. Но зачем? Он напутал. Ты понимаешь, если он хочет, чтобы я считал его своим сыном, да он хотя... Он должен быть похож на меня. Ну, хотя бы первый. Ой, он похож. Чушь, вздор. Если он... Я сейчас спрошу, сколько ему лет, и ты поймешь, что это чушь, вздор. А если уж на то пошло, чтобы тогда... Ему тогда 21 год должно быть. Ну, нет, именно не 20, не 22, именно 21. А если ему 21 и есть? Чушь, вздор. Если... А вдруг? Так сказать, совпадение, так сказать, случайное. Тогда 20, тогда может, тогда его мать Галина. Именно. Не Тамара, не Татьяна там, а именно Галина. А фамилия как, а отчество? А при чем тут это, отчество? Александровна, по-моему. А фамилия? А зачем фамилии? Достаточно имени. А, да, но ведь прошло столько лет. Вот именно. Явился. Откуда он взялся? Зачем? Ищет отца. Я клянусь, я ему сейчас, я выведу на чистую воду его. Как зовут? Володя. Володя. Да он тебя любит. Любит? За что? Не знаю, родная кровь. Ты им дал поесть? Да, и выпить. Выпить и закусить. Прямо с поезда они, сюда. Может, мне тоже выпить?
Иди, папа. Добрый вечер. Здрасте. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый. Прошу садиться. Прошу садиться. Ну, вот вы и встретились. Я ему все объяснил. А ты, папа, не волнуйся. Ну, значит, тоже недавно, прямо с поезда. Мы, собственно, давно, часа три назад. Следно, проездом. Да, я возвращаюсь с соревнований. Вот, решил повидаться. Вы спортсмен. Это прекрасно. Спорт – это спорт. В вашем возрасте это велико. Вы прямо и обратно на соревнования. Нет, я сейчас возвращаюсь в институт. Вы спортсмен и студент. Да, мы медики. Будущие, ну, хирурги. Это прекрасно. Это великолепно. Потому что спорт – это спорт, а наука – это наука. Я пересяду, извините. Когда в вашем возрасте, ваши 20 лет, можно увлекаться и спортом, и наукой, это прекрасно. Молодость, она и дана, что в 20 лет можно увлекаться. Не, нет, и вы рыбной. Забыли. Мне 21. Конечно, 21. Именно, я так и сказал, я говорю, именно 21. Да вы только не огорчайтесь, ведь если разобраться, тут ведь радоваться надо, а не огорчаться, по-моему. Да в самом деле, пап. Я рад, я очень рад, и все мы конечно. Рады. И больше всех я. Да. Мы выпьем. Конечно. И от души, я не только давно ждал, потому что этого момента. А приветствую хотел... вас. Ну, мужики, говорите. Нет, нет, говорите вы. Нет, вы говорите. Чего, говорите, вы, говорите вы. Говорит ты. Ну, встретили же. Сядем. Я хотел ну, сказать. Что здесь вот. Происходит? Нин, ты только не удивляйся. Что вы здесь устроили? Нина. В чем дело? Нина, большая радость. Нашелся твой старший брат. Что? Брат. Какой брат? Старший. Это да. Он, вот такой парень. Да. Это ты, брат? Ну, очень. Да, а что? Ну, очень. Что тут? А что тут особенно? Ну, что тут особенно? Я тебе ничего не говорил. Ты, к сожалению, не знала. Я боялся, что ты забыл меня. Что? Как боялся, я мог вас позабыть? Я был неправ. Его. Нет, ну. Я был неправ. Ну как ты? Когда ехали вместе, мог ну, почему? А почему? Так, давайте все по порядку. Давайте все по порядку. Выходит, ты отец, и это твой сын, так? Да. Ну что ж, вполне возможно. Вполне. Помолчи. А интересно, где ты был раньше? Ну как, где он был раньше? Помолчи. Ну как, где был раньше? Помолчи. Так, Нина. Такое дело. Сейчас большая радость. Нашелся так. Брат. Твой старший брат. Это просто такой, понимаешь? Понимаю, понимаю, вот. Но мне интересно знать, где он был раньше. Вот. Да ты не волнуйся. Нашу маму папа тогда еще в глаза не видел. Сынок, не надо об этом. Ну подожди, ну подожди, ну верно же я говорю. Это верно. Ну, но ну верно. Надо, ну, сейчас, помолчи. Сейчас об этом. Помолчите. Давненько вы не встречались, давненько. И ты уверен, что это твой сын? Сколько тебе лет? Да посмотрите на них. Неужели вы не видите? Нет, не похоже. По-моему, нас тут в чем-то подозревают. А это кто? Тоже родственник? Это мой приятель. Его зовут Семен. Приятель, да. Так сколько тебе лет? Я не расслышала. Семен, да. 21. И это что-нибудь тебе говорит? Нина, не надо сейчас об этом. Потому что, Нина, я спрашиваю. Подожди. Как выглядит твоя мать?
Как ее зовут? Как ты нас нашел? Где ты был раньше? Рассказывай все подробно. Как в милиции? А ты что думал? Я считаю, что вы жулики. А что, разве похоже? Похоже. Рассказывай все подробно, а мы послушаем. На твоем месте я обиделся и ушел. Нет. Прямо сейчас. Нет, подожди. Подожди. Об отце я знаю совсем немного. От кого? Да. Ладно, пошли. От кого? Что ты знаешь? Нет, от своей матери. Попрошу. Вот именно. Ребята, сейчас... Ее зовут Галина Александровна. Да. Сынок. Папа. Сынок. Как? Папа, кровь. Никаких сомнений, никаких. Я говорил, кровь. Я же тоже говорил. Родная кровь. Я говорил. Мужики, сядем. Вася, никаких сомнений. Обними его. Твой брат. Я говорил. Обнимитесь. Мужики, обнимитесь. Встреча. Я рад с вами. Очень, очень рад. Еще бы. От души, родная, дай-ка я тебе. Можно. Ура, предлагаю выпить. Есть предложение выпить, сынок. Конечно, да. Не ты, не ты. Выпить, это просто необходимо. Вот теперь я вижу, что вы похожи. Я просто счастлив. Я просто счастлив. Дети мои. Я счастлив. Просто плакать хочется, какой случай. Выпьемте, товарищи, за вас, за вашу дружную семью. Ну вот. Вот, сынок. У меня было звание капитана. Ну что ты, очень, очень. Меня оставляли в армии. Я с таким трудом демобилизовался. Ты знаешь, я служил в артиллерии. А это очень плохо действует на слух. Перезабыл много, трудновато приходилось вначале. Приходилось играть в кинотеатрах, на танцульках. Ну, постепенно, к счастью, глухота проходила, и меня пригласили в оркестр. Володя, симфонический. Я очень много ездил, гастроли, города, много все это, много. Ну, не по столицам, конечно, но очень, очень. Вот тогда-то я и повстречался с твоей матерью. Мне было 30 тогда. Ты меня слушаешь? Слушаю, слушаю, папа. Я и сейчас играю. Очень. Каждый день в оркестре. Каждый день. Вот так, Володя. Так. Вот. И вся моя жизнь. Конечно, не все так, как замышлялось в молодости, но очень, очень. Просто... Искренне думаешь, что я твой отец отказался от идеала в юности? Ты ошибаешься? Зачем тебе покрыться плесенью, раствориться в суете? Никогда, никогда! Я сочиняю. Я очень сочиняю. Я сочиняю. Понимаешь, каждый человек родился творцом. Ну, конечно, каждый в своем деле. И каждый, Володя, должен в меру своих сил, способностей творить. Все, все, чтобы лучшее в нем, все, чтобы самое хорошее в нем оставалось другим. Оставалось людям. Я поэтому сочиняю. Что сочиняешь? Как что? А что я могу сочинять, кроме музыки, Володя? Ага, ну ясно. Что тебе ясно? Ну, что ты сочиняешь музыку. А и как ты к этому относишься? Я? Почему же хорошее занятие? Только ты не подумай, что это... Я не замахиваюсь на очень многое. Мне нужно завершить одну вещь. Только одну вещь, Володя. Я в ней скажу главное. Самое главное.
Я должен это сделать, Володя. Я обязан, просто обязан это сделать. Если этого не сделаю я, никто другой, кроме меня, этого не сделает. Ты первый, Володя. Ты понимаешь это? Ты первый. Но это только примерный набросок, эскиз. Может быть, не надо, Володя? Я чувствую, что ты не совсем готов, потому у нас будет много времени впереди. Верно? Не надо. Да-да. Ты извини, я хотел тебя спросить. Мать Нины и Васеньки, где она? Мы разошлись с ней еще 14 лет назад. Ей казалось, что я вечерами слишком долго играю на кларнете. Тут подвернулся человек, серьезный человек, инженер. Мы расстались. Совсем не так, как с твоей матерью. Совсем не так. Боже мой. Чернигов, весна, каштаны. Ты помнишь эту мастерскую на углу? Еще бы. Швейную. Ну? Она там работала. Теперь она директор швейной фабрики. Представляю. Такая же веселая. Все говорят, что она не изменилась. Молодец. И сейчас 45? 44. Вот как. Она не замужем? Нет, нет, мы с ней вдвоем. Вот как. Моя мать ни на что не жалуется, она гордая женщина. Да, печально. Я помню, окончились гастроли, мы уехали. Она осталась одна, на пыльной дороге, одна. Она осталась не одна, как видишь. Да. Конечно. Насколько я помню, у нее не было намерения родить ребенка. Я родился случайно. Что же она молчала? Столько много лет. Я же говорю, она гордая женщина. Понимаю. Кто мой отец, с этим вопросом я к ней приставал с тех пор, как научился говорить. Ты так хотел меня найти? Разыскать я тебя поклялся еще пионером. Бедный мальчик. Ты, наверное, должен меня ненавидеть. Вас? Ненавидеть? Что ты? Папа. А знаешь, Володь, младшенький ты наш слишком чувствителен. Говорят, у него тонкая душевная организация. Тонкая организация всегда выходит боком. Вот-вот, наверное, поэтому у него несчастная любовь. Жили мирно, тихо, и вдруг на тебе, сдурел, уезжает. А кто она? Секретарь. Работает в суде, старше его. Дело дошло до того, что сегодня ночью я был вынужден пойти к ней. Зачем? Объясняться. Она выгнала его. Чем я могу помочь, Володя? Ну, чем? Я сначала подумал, что ее смущает разница в возрасте. Потом я подумал, может быть, ее беспокоит, что тогда все осудят ее. Но так тоже. И в таком духе я с ней разговаривал. Я убеждал ее. Просил, увещевал, чтобы помягче было, поласкивай с ним. Ну, знаешь, возраст, да. Чтоб все это... Володя! Может, ты потолкуешь с ним? Ты старший брат, понимаешь, да? Может, так сказать, он послушает тебя? Ну, я попробую. Я рад. Ты не представляешь, я рад. Последнее время затасковал. А что еще тебя беспокоит? Ну, все, понимаешь. Посуди сам. Один уезжает в тайгу, потому что у него несчастная любовь. Другая уезжает, потому что у нее счастливая. Все кто это... уезжает? Нина. Она выходит замуж.
Ну что ты? Она уезжает с мужем. Через несколько дней на Сахалин. Кстати, она хотела познакомить меня с ним сегодня. И теперь тебя тоже. Что говорить, Володя, произошло чудо. Настоящее чудо. А они говорят, что я неудачник. Ну, ты можешь себе представить? Значит, она выходит замуж. А за кого? Серьезный человек. Инженер. Будет трудиться в Аэрофлоте. Так, а сколько же Нине лет? 19. Да? Но ей не могло быть больше. Она хорошая. Ну, что ты. Она очень хорошая. Ну, конечно, ей пришлось туговато. Она была и хозяйкой, готовилась в институт, чертежницей работала, сдавала все время. Ну, молодец, она молодец. Так, а почему же она не возьмет тебя с собой? Ну что ты, зачем я буду мешать им, Володя? Я в этом городе родился, у меня в этом городе все, ну, все, что... Ну, все. Ну, я все жалуюсь, пора тебе спать. Спокойной ночи. Ничего, что ты ляжешь сегодня со своим приятелем, а потом разберемся. Отлично, ты не беспокойся. Володя, то, что произошло сегодня, это большое счастье. Для меня это тоже большая радость. Это правда? Конечно. Дай-ка я тебя поцелую, сынок. Спи. Сильва, вставай, тебе говорю. Давай, давай. Ну и жизнь. Я уже целый месяц не высыпаюсь. Давай. Один только день и есть, чтобы поспать в воскресенье. И вот, пожалуйста. Слушай, а сестренка твоя ничего себе. Я бы не стал сопротивляться. Одевайся, не разговаривай. Пошевеливайся. Ты дрыхнул? А мы всю ночь играли друг у друга на нервах. Что? Нас уже усекли? Нет? Но все равно смех смехом. А дело такое, знаешь, подсудное. Рвем когти? Ну, че ты? Этот папаша святой человек. Да, здорово ты его напоял. Просто красиво. Мне даже не дай бог обманывать того, кто верит каждому твоему слову. Идем. Сынок. Ты куда, сынок? Ты куда? Я, собственно, мы, нам пора. Да-да, нам пора ехать. У нас ведь там это сессия на носу. Да, к сожалению. И ты хотел уехать прямо сегодня, вот сейчас? Да, папа. Мы и так задержались. Пропустили много занятий и вообще. Но ты не думай, я приеду. Кончится сессия, и я сразу же приеду. Конечно. Кстати, чего я должен был ждать еще? Встретились, поговорили? Конечно. Я приеду. В январе я приеду. В конце. Ты слышишь? Ну что ты молчишь? Ты что, мне не веришь? Ну что ты, как я мог, почему? Но ты мог уехать, не простившись, и я... Я, собственно, не хотел тебя будить.
Откровенно говоря, мне трудно с тобой прощаться. Я хотел без этого. И это правда? Да, что вы, он так нервничал. Если так? Да. Но ведь это пустяки, каких-нибудь 3 месяца. Надо ехать прямо сейчас вот? Да. Сию минуту? Да, наш поезд уходит что-то около 10. Ну, нас надо. Ну, так надо. До свидания. Всего доброго. Рад был познакомиться с вами. Вы приезжайте. Обязательно. В январе. Да. В конце. Вместе. Ну, до свидания, сынок. Институт дело серьезное. Главное, встретились, поговорили. Главное, что ты... Сынок! Сынок, подожди! Я же тебе хотел, я должен тебе подарить непременно одну вещицу. Какую вещицу? Сейчас, что одну ты, минуту. Папа? Пустячок, одну минуту. Сувенир. Ну, чего ты ждешь? Иди, я уйду позже. Слушай, напаяли старика, хватит. Идем отсюда. Иди, я тебя не держу. Слушай, а чего ты хочешь? Чего ты задумал? Объясни. Может, даже рискну, а? Нет, иди лучше. Слушай, а что такое? Если воровство, то я, конечно, пас. Воровство — это не мой жанр. Дубина, сейчас он войдет, а нас нет. Можешь ты это себе представить? Ну? Представил. Ну и что? Ну и что? Ой, смотри, старичок, задымишь на этом деле. Может, ты из-за нее остаешься, хочешь с ней заняться? Ты учти, ты и брат, тебе нельзя. Мне можно. А тебе нет. Сынок, эта табакерка серебряная. Пустячок, конечно, но в нашей семье она всегда принадлежала старшему сыну. Прадед передал ее моему деду, а ко мне она перешла от твоего деда, моего отца. А она сейчас принадлежит тебе. Ты этим... Спасибо, пожалуйста. Папа. Знаешь, я решил задержаться на денек. А завтра я улечу самолетом. А почему нет? Это мысли. Это прекрасно. Воскресный день. Мы целые, мы вместе, чтобы и дети, авиации не абсолютно. Семен, непременно, чтоб вы непременно. Что, вы меня спрашиваете? Я, знаете ли. Доброе утро. Доброе утро. Утро доброе. Как спалось? Прекрасно спали. Спасибо, хорошо. А чего же вы в дверях-то стоите? Я? Да так, дышу тут. А вы бы окно открыли. Прохлаждаюсь. Ну как же. Семен, остаетесь? Ну, конечно. Остаюсь. Мы с Володей неразлучны. Куда он? Туда и я. Прекрасно, я вижу, вы настоящие товарищи. Mm-hmm. Вы... Спасибо. Семен, просто большое спасибо. Семен. У меня идея. Сарафанов младший. Состояние плачевное. Я говорю, у меня есть идея. Первое похмелье. У моего младшего сына, кажется, рассудок шевельнулся. Папе надо жениться. Что ты сказал? Я говорю, тебе надо жениться. Что ты болтаешь? Ну что ты болтаешь? Ты сердце, я не предлагаю ничего плохого. Даже наоборот. Я распустил его просто. Прекрати. Он про меня. Спасибо, ничего смешного тут нет. Володя, нами, на ком же еще? Папа, а что, стоит подумать? Ты как считаешь? Я даже не знаю, что сказать. Я распустил их. Я обращаю внимание, я просто распустил их. А что, действительно, надо распахнуть окна. Надо распахнуть окна. Thank you.
Месте я бы сначала доучился. Сколько абсолютно тебе? Две. Ты абсолютно... Тайгу ты всегда успеешь. В это заведение прием идет круглый год. Вот. Абсолютно. Где были там, как мне кажется? Больше нужны мясорубы, плотники. Ну что? Люди физического. Я буду стараться. Старшие товарищи мне помогут. Ну и кроме того, ну не всем же учиться. Кому-то и работать надо. Закончишь школу и будешь... Ну, тебя никто не спрашивает. Что дарешь? Не спрашивает. А, кстати, тебе полезно знать мнение твоей сестренки. Она... Серьезнее тебя, 10 раз. Хватит. Всем известно, папа, что у тебя серьезная, умная, очень красивая дочь. Это без смеха. Ну и кроме того, у тебя появился еще один сын, так что вы вполне могли бы оставить меня в покое. Ну, попробуй, ну, поговори, ну попробуй, ну купи его, зарубь. 20. На твоем месте я бы послушался отца и сестренку. А ты вовремя нашелся, ну вот ты и слушай их вместо меня. Я уезжаю, к сожалению. Как уезжаешь, когда? Завтра. Нас ждет институт. Как это не печально. Да? А я-то думала, что ты к нам. Она-то думала, что ты останешься тут с папой. Нашла козла отпущения. Не надо. Не устраивай скандал. А что касается Володи, он обещал приехать погостить ко мне зимой. Значит, ты здесь так, мимоходом? А ты выходишь перед отъездом? Перед каким отъездом? Нина, Володя завтра улетает рано утром. У меня к тебе просьба. Володя, у меня сегодня серьезный день. Серьезная программа. Дедур. Рымажор, я прошу тебя, приди, пожалуйста, пораньше, ну, со своим, с этим... Ну, хорошо. Ой, Василий, посмотри-ка, Наталья при всем наряде. Володя, это она. А кто такая? Наша соседка, краса хорошая женщина. Краса родимого села. Ну, что ж ты сидишь, поди, попрощайся. Нина. Ну, отстань от сегодня меня. Ты еще не прощался? Нина. Ну, что тебе от меня Или надо? Или ты ей письмо отправил? Мне надо, чтобы ты с ума не сходил. Надо думать, а потом с ума сходить. Разве? Лучше уж наоборот. Ты, боже мой. Да? Я так считаю. Я очень глупо. Володя абсолютно прав. Думать не лишнее, но надо учитывать молодые эмоции. Ой, чувства. Давайте, Полин, защищайте. Если вы хотите, чтобы он совсем рехнулся, давайте. Ты сама думай и прикидывай. Но меня-то ты оставь в покое. Может, я хочу с ума сходить, понятно тебе? Зачем же так? Да что он в самом деле? Нашел перед кем унижаться? Нин, ты не права. Девушка, она неплохая. Володь, посмотри, пожалуйста. О. Его можно понять, она интересная. Да, ты думаешь? А что, внешне, во всяком случае, она весьма привлекательная. В таком случае абсолютно. У тебя дурной вкус. И уходите из кухни, я начинаю уборку. А лучше всего вот что. Не думать ни о чем. С ума не сходить. Так оно спокойнее, по-моему. Нина, прислушайтесь к суждению человека, который... Я объявила уборку, слышали? Уходим, уходим. А знаете, Нина, я с вами совершенно согласен. В этой Натальи нет ничего особенного. Прекрасно, освобождайте помещение. А я как раз хотел... Помочь вам прибраться. Иди, иди, нам надо поговорить. Нет, ну, может, что-нибудь переставить? Вынести. Ты нам будешь только мешать. Слушай, ты же ей брат. Какие у вас могут быть разговоры? Семейные. Семейные разговоры. Нина! Даже странно. От папы, конечно, всего можно было ожидать, но такого...
Кто бы мог подумать, что у меня есть брат, да еще старший. Да еще такой интересный. А я? Разве я думал, что у меня такая замечательная и симпатичная сестренка? Симпатичная? Конечно. Ты так считаешь? Нет. Я считаю, что ты красивая. Ну так красивая или симпатичная, я что-то не пойму. И то, и другое. Но мне надо с тобой поговорить. Значит, ты уезжаешь? Да, что? Ах да, тебе, наверное, отец все объяснил. Так, значит, уезжаешь. И что же выходит насовсем? Ну да. А что тебя, интересно, волнует? Меня? Видишь ли, какое дело? Отец, человек ведь уже не молодой. И не такой уж здоровый. И характер у него. Ты сама понимаешь? Нет, не понимаю. Ведь он останется один. Так и что? Ну, ты могла бы... Могла бы что? Ну, в общем... Могла бы здесь остаться. Вот как? Надо же, какой ты заботливый. А как иначе? Он ведь тебе не кто-нибудь. Отец родной. А тебе? Если ты такой заботливый сын, то почему бы тебе не взять его к себе? Мне? А что ты так удивляешься? Ты старший сын. Если на то пошло, то это твой сыновий долг. Васенька! Васенька, подойди ко мне, я тебя отшлепаю за вчерашнее. Да? Для этой цели поищите кого-нибудь другого. Не сердись, я пошутила. У вас хорошее настроение, вам хочется поиграть. Роль мышки меня больше не устраивает. Ну вот, можешь мной позавтракать, если хочешь. Ты, кажется, приглашал меня в кино, ты не передумал? Ты что, в самом деле? А что там идет? Есть что-нибудь приличное? Новый фильм идет здесь рядом. О чем? Роман со влюбленных, как двое любят, а потом расстают. Ой, о разводе не пойду. Нет, они мне на работе надоели, три дела, два развода. Ну там не так. А что еще? Ну, еще один студий Довженко, но там тоже. Кто? Как одна жена ушла от плохого мужа к хорошему. А то и только так кажется. Еще что-нибудь идет или все? Все. Тогда лучше романс. Так что, иду за билетами? Иди, мальчишечка, иди. А на какой сеанс? На какой хочешь. Так... Угу. Тогда на все сеансы, на все подряд, на 40 лет вперед! Приедет к нам на свадьбу, помогать ему будем, письма писать. А впоследствии, в конце концов, мы же оставляем его ненадолго, но на год, на полтора. А в авиации что, медовый месяц длится полтора года? А что, тебе не нравится его профессия? Почему же нравится? Это замечательно. Неотразимо. Не улетай, родной, не улетай. А я не понимаю твоего тона. И он не летный состав, а наземная служба. Радиоинженер. Вечером я вас познакомлю. Он хороший парень. Я представляю. Наземная служба. Ха. Наверное, он большой и добрый. Да, ты прав. Некрасивый, но обаятельный. Точно. Веселый, внимательный. Непринужденный в беседе. Да-да-да, откуда ты все знаешь? Полевой, целеустремленный. В общем, за ним ты как за каменной стеной. Да. И волевой, и целеустремленный. А что в этом плохого? По крайней мере, он точно знает, что ему в этой жизни надо. Много он на себя не берет, но зато он хозяин своему слову. Да. Не то, что некоторые наврут, стрекорбы наобещают,
А на самом деле... Может, он вообще у тебя никогда не врет? Да, не врет. А ему незачем врать. Да? Да. Я хочу его видеть. Покажи мне его. Дай хоть краем глаза на него взглянуть. Вечером увидишь. А днем нельзя? Я хотел бы рассмотреть его как следует. Никогда не врет, а? Это же замечательно. Послушай, что ты против него имеешь? Он простой, скромный парень. Ага. Ну, звезд с неба не хватает. Ну и что? А я считаю, что это к лучшему. Мне Цицерона не надо. Мне мужа надо. А. Что? Если так, тогда, конечно. Тогда в самый раз. Что в самый раз? Ты ведь даже не знаешь его. Зато я тебя знаю. Надо ж. Когда это ты успел? Да вот сейчас. Какой ты способный. Поговорил 5 минут и все понял. Понял, что тебе надо. Ну и что? Мужа. Ты сама сказала. Ну, знаешь ли. Это уже... И вообще, кто ты такой, чтобы говорить мне такие вещи? Да если хочешь знать, он ничем не хуже тебя. Не спорю. Даже лучше. Не возражай. Какое же сравнение? Он, конечно, лучше. Он шире тебя в плечах и выше, на полголовы выше. Тогда тем более. Что тем более? Что тем более? Ты нахал. Нахал и выскочка. Да? Да, псих. Папа твой псих, и ты такой же. Спасибо. Пожалуйста. Ты обиделся? Да нет. Но ты тоже хорош. Да уж. Зря я на него напустился в самом деле. Значит, мир? Я на тебя тут накричала. Ты не сердишься? Да нет же. Нет. Странный ты какой-то. Так как с отцом мы не договорили? Очень странный. Послушай, сестренка, нужно что-то решать. С отцом, я имею в виду. Угу. Почему странный? Просто я не спал ночь. Ничего странного. Так как насчет помочь? Могу я, наконец, спокойно поговорить с родной сестрой? Купила мама Лёше отличные галоши, галоши настоящие, красивые, блестящие. Не помешаю? Вроде бы нет.
Здравствуйте, Наташа. Здрасте. А меня зовут Семеном. Неплохо. А откуда вы знаете мое имя? Не удивляйтесь, я давно за вами наблюдаю. Даже. Вернее, любуюсь. И где же вы меня видели? Никогда не скажу. Ну, так я сама вам скажу. Как? И вы меня видели? Вы где разводились? Что-что? В каком суде вы разводились? Ну, что вы. Никогда этого не было. Я не люблю впутывать государство в свои личные дела. Зачем? У государства своих забот хватает. Я работаю в суде. Не там ли мы с вами встречались? Не там, к счастью. Адгезивный отит. Угу. Диагноз, поставленный женой. Здоровье. Так и знал. Все сейчас читают здоровье. Даже такие девушки, как вы. Впрочем, если принять во внимание вашу пыльную работу, живете одна? Нескромный вопрос. Почему? Почему? Нравится и живу. А вы что, недовольны? Ну что вы, наоборот, романтично. Пригласите в гости. На каком основании? Разве я вам не нравлюсь? Вы? Угу. Ничего. Тогда что мы делаем вечером? Я иду в кино. Кино. Угу. А нельзя ли это самое кино перенести на будущее? А зачем? Ну... Эй! Эй, эй! Как вы живете? Можно поинтересоваться? Входите. Все равно ворветесь. Это точно. Послушай, а может быть вместе? Не-не-не. Иди одна. Я лучше пойду с отцом, послушаю Глинку, Берлиоза. Я тебя не советую. Почему? Потому что никакого Берлиоза ты не услышишь. Он уже полгода как не работает в филармонии. Серьезно? Да. И лучше, если ты будешь об этом знать. А где же он работает? В кинотеатре и в клубе железнодорожников играет на танцах. Да? Только ты смотри, он не должен знать о том, что ты знаешь. Ну, понятно. Конечно, это уже давно всем известно, только я, Васенька и он делаем вид, что он все еще играет в симфоническом оркестре. Это наша семейная тайна. Что ж, если ему так нравится? Я своей матери не помню, но случайно я нашла ее письма к отцу. Там она обращается к нему не иначе, как блаженный. Здравствуй, блаженный, пойми, блаженный. И она права. Она права, он никогда не мог постоять за себя. Погоди, он говорил, что сам сочиняет музыку. Ну как же. А что за музыка? Музыка-то потрясающая музыка. То ли кантата, то ли оратория, называется «Все люди – братья». Всю жизнь, сколько я себя помню, он сочиняет именно эту ораторию. Ну и как, надеюсь, дело идет к концу? Еще бы, он написал целую страницу. Одну? Да, единственную. Только однажды, это было, по-моему, в прошлом году, он перешел на вторую, но сейчас он снова на первой. Да, он работает на совесть. А может, так ее и надо сочинять? Музыку? Ты рассуждаешь так же, как и он. Жалко с вами расставаться. Я так ждала этого отъезда, а теперь и с Васькой жалко расставаться, и с тобой. Хотя еще вчера я тебя и знать не знала. Слушай, братец, где ты пропадал? Почему ты раньше не появился? Водил бы меня в кино, на танцы, защищал бы, ему разум учил. А то на тебе явился в последний день, как нарочно. Это даже подло с твоей стороны. Что поделаешь? Оставайся, если хочешь. Задержись, я имею в виду. Зачем? Ну, в кино сходим, на танцы. Ты ведь завтра уезжаешь? Я вернусь. Нет, уже решено. Где ты с ним встречаешься? В центре, как обычно. Когда появитесь? Здесь часов 8. Так хочешь, вместе пойдем? Что мне там делать? Нет, познакомимся вечером. Надеюсь, он тебе понравится. Он хороший. Он так ко мне относится.
Ты не думай, я тебе другим нравлюсь. Я сама его выбрала. Почему? Он лучше всех? Он любит меня. А в жизни, понимаешь, увлечение есть увлечение. Но хочется чего-то раз и навсегда. Понятно. Что тебе опять понятно? Счастливо, братец. Счастливо, сестренка. Итак, когда солнце позолотит верхушки деревьев. Хорошо, хорошо. Значит, в 10. Мсье Сарафанов, докладываю. Жизнь бьет ключом. Заметил. А что ты затасковал? В чем дело? Сын ты или бедный родственник? Жду тебя. Ну? Слушай, тебе не кажется, что мы здесь загостились? Да нет, все нормально. Мне здесь уже нравится. И тебе здесь неплохо. Дела идут? Какие дела? Я имею в виду сердечные. А, ничего такого нет. Да ладно, рассказывай, будто я не вижу. У вас бешеный интерес, причем взаимный. На вас нельзя смотреть, просто плакать хочется. Брось, она выходит замуж. Слыхал? Ну и что? Ну и что? И через несколько дней уезжает. Вот и весь интерес. Собирайся. Куда? Домой. Погоди, у меня же в 10 свиданий. Оно не состоится. Какого черта ты суешься, куда тебе не следует? Ты что, не видишь, что с пацаном делается из-за этой девицы? А я-то тут при чем? Не валяй дурака. И никаких свиданий, все. Мы едем. Ни за что. Не могу же я обманывать женщину. Можешь. Зайдешь попрощаться. Скажешь, что когда солнце позолотит верхушки деревьев, ты уже будешь далеко. Слушай, что ты опять придумал? Мы придем сюда ночью, да? Зачем? Значит, не придем? Тогда ты поезжай, а я... Мы поедем вместе. Почему? Слушай, у тебя какие-то планы, я понимаю, но я-то ничего не знаю. За что я должен страдать? Объясни, тогда другое дело. Ты меня держишь в полной темноте. Это некрасиво. Так друзья не поступают. Хорошо. Раз мы друзья, я прошу тебя как друга. Едем, а? Ну, ты же сам сказал, что ты мне друг. Ну, правильно, друг. Но нельзя же сено на мне возить. С сестрой мне нельзя. С другой мне тоже нельзя. Как же жить дальше? Короче, вот. Если ты когда-нибудь постучишься в дверь этой девицы, это для тебя плохо кончится. Но ты что, остаешься? Купил билеты? Слушали, постановили. Билеты купил? Знаешь, какая была очередь? Сегодня же воскресенье. А, пуговица где? Не знаю. Одна здесь, другая там.
Снимай куртку. Вот эту пришьем. Не, знаешь, какую? Вот. Ой. Когда эта пуговица оторвется, ты меня забудешь. Такая примета. У тебя билеты на какой сеанс? На последний, на 10 часов. Ну почему на 10? Ну ты же сама сказала, на какой хочешь. Ну только не на 10. Ну ты сказала. Васенька, голубчик, на 10 невозможно. На какой хочешь, ты сама сказала. Нет, Васенька, на 10 я пойти не могу. Почему? Не могу и все. Ну почему не можешь-то? Не могу? Это значит не могу. Давай скоренько за билетами, если еще хочешь попасть в кино. А почему? Я должен знать. Должен знать? Разве? Ну что случилось? У тебя свидание. Ты как прокурор. И не смотри на меня так, пожалуйста. Кто тебе дал право так на меня смотреть? У тебя свидание. Я сказала тебе, перестань допрашивать. Ну что изменилось? Кое-что. Что? Васенька, мне кажется, понравился один парень. У меня свидание, ты угадал. Где этот парень был раньше? Зачем ты это сделал? Зачем ты отправила меня за билетами? Пожалела. Папу твоего пожалела. А при чем здесь отец? А при том. Он прошлой ночью приходил ко мне. Попросил, чтобы я вела себя с тобой посердечнее. Чтобы не огорчало тебя. Это ж надо додуматься. Нет, видно, без мужа на этом свете не проживешь. Я убью тебя. Ты? О, братишка, что с тобой, что случилось? Кто тебя обидел? Анна? Чтобы я посоветовал тебе, старичок, махнуть на это рукой. На время. Ты любишь девушку, она крутит тебе динамо. Нормальное явление. А ты посмотри, что она будет делать, когда ты ее не будешь любить. М? Василий! Балбес, видишь, что ты натворил? А что? Володя! Где ты, Володя? Володя! Черт подери, что делать? Сматываться, раз уж решили. Он уже собирает рюкзак! Володя! Тьфу. Я остаюсь. Ну, привет. Ты что, заболел? Что он тебе, действительно родной брат, что ли? Послушай, старина, что ты там наблюдаешь? Что-нибудь забавное из жизни тараканов, а? Бесполезно. По-моему, он давно дрыхнет, твой братишка. Нет, в том-то и дело. Он смотрит в потолок. Уже 6-й час. Тебе нравится сестра? Почему ты должен караулить брата? Мне что-то непонятно. Перестань. Слушай, а тот парень кем тебе будет, если... Зять, что ли? Зятёк, точно. Я тебе уже завидую. Кто он такой? Какой-то радиоинженер. Знает, чего хочет от жизни и шире меня в плечах. Можете лучше удалиться. Хотя, я понимаю. Ты хочешь повидаться с сестрицей? Может быть. Угу, ясно. Хочешь с ней поговорить? Как следует, а? Это не твое дело. А радиосоперник? А там папаша подойдет?
будет у вас потеха. Только я-то тут при чем? Ты уже поговорил с этой девицей? О чем? Смотри-ка, папаша-то, оказывается, тоже был молодым. Сказал ты ей, что между вами все кончено? Нет, я же ее больше не видел. Мог бы сказать. А, проживет без объяснений, не маленькая. Я ее больше не знаю, как ты хотел. А скажи, она... Ничего себе, а? Ты, по-моему, дал слово. Ну, за кого ты меня принимаешь? Женщинами главное не забывать, что на свете есть много других женщин. От этого я отказываюсь. В интересах мужской дружбы. А верно, в этом есть что-то приятное. Пострадать за товарища. Я даже уважать себя стал. В самом деле, лежу вот и уважаю. Твоя сестренка в ранней юности. Вот. В классике играет. Взгляни. Ну, полюбуйся. Видел. А это после выпускного бала. Они гуляют по улице. Малинник. Что? Она тут самая симпатичная. А, пляж. Ну, это самое интересное. Как-то раз на пляже был такой случай. Тонула одна девица, и я ее вытащил. Ну и что? Ну и то. Тащил, не видел. Вытащил, глянул. Несимпатичная. Не повезло. Мне бы такую спасти. Она тонет, а я ее спасаю. А? Неплохое начало, скажи. Войдите, открыто. Добрый вечер. Квартира Сарафановых? Да, это квартира Сарафановых. Добрый вечер. А Нина? Разве она еще не возвращалась? Еще нет. Черт возьми, у меня не так уж много времени. Мы с ней потерялись в гастрономе. А вы здесь первый раз? Совершенно верно, в первый. Ну ничего, сориентировались. А как же. Ну что, парни, давайте знакомиться. Давайте. Михаил Кудимов. Владимир. Это ты? Все знаю. Сочувствую. Рад. Благодарю за чуткость. Михаил. Севастьянов. Семен Парамонович. Парамонович? Комик. Комик? Простите, это вы о чем? Перестань. Ну а чего? Да пусть он как мид. Я не против. Второй этап баскетбольный. За точное попадание одно очко. Увижу тебя я в тундру, увижу тебя одну. В ярком северном сиянии твоих рейс оберну. Вот. Это больше соответствует обстановке. Ребята, отвертки нет? Жаль. Гетеродинчик подстроить? Черт возьми, в половине 11 мне нужно быть в общежитии. Ну как, парень, выпьем или подождем Ниночку? Выпьем. Открывай. А где папаша? Кого вы называете папашей? Какого? Отца Ниночки, твоего отца. Ты с ним не знаком, уже называешь его папашей. А впрочем, он на работе. Вы присаживайтесь. А почему это ты мне говоришь вы? А почему это вы говорите мне ты, мне и моему другу? Нас это шокирует. Парни, парни, что за формальности? В такой день. Давайте проще, выпьем по этому поводу. Прошу вас. Да что ты в самом деле? Парламент здесь, что ли? Вроде этого. А скажите,
начальство вам разрешило жениться? Да, Аэрофлот. Гражданская организация. Ну, в армии, конечно, другое дело. А, интересно... Перестань. А, ты здесь? Привет. Ну что, познакомились? Было дело. Веселые ребята. Люблю веселых ребят. Ну что, выпьем, чтобы не терять зря времени? Вот это правильно. Не торопитесь, подождем отца. Подождем. Но через полчаса я ухожу. Вот жизнь. Регламент. И все такое. Чуть что, опоздал бы. Губа. Тяжело, верно? Да я же вам объяснял. У нас не армия. Просто я дал себе слово никогда не опаздывать. А свое слово я уважаю. В конце концов, не беда, если сегодня ты задержишься. Один раз можно. Зачем мне задерживаться? Да. Зачем задерживаться? Сегодня ты опоздаешь. Зачем? Просто так, опоздаешь и все. Ну, если это необходимо, я готов. А просто так, извини, я не вижу в этом смысла. Правильно, не поддавайся. Да я никогда не опаздываю. Я так и думал. Сегодня ты опоздаешь. Я так хочу. Не слушай ее. Главное быть принципиальным. Добрый вечер. Добрый вечер, архаровцы. Добрый вечер. Баб, знакомься. Кудимов Михаил. Сарафанов. Очень приятно, очень. Наконец-то. Воочию. Да, воочию. Мы с вами. Ну что ж, очень рад. Проходите, молодой человек. Проходите. Очень, очень рад. Ну что, Володь, как дела? Васенька дома? Дома, но он не в духе. О, мой старший сын, Володя. Познакомились? Да, мы познакомились. Ну что же, молодые люди, вы все решили, все обдумали, а нам что же остается? Принимать все как есть. Такова наша участь. С вашего разрешения за вас и за наше знакомство. Папа, за тебя. Я рад. Я вам скажу, я очень рад. Мы все очень, так сказать, Володя, верно. Вот как, ты рад? Посмотри. Рад или не рад? Папа, твое здоровье. Ваше здоровье. Ваше здоровье. Я только хотел сказать. Тост. Немножко. Я сейчас возвращался домой и думал, размышлял о жизни. Что ни говори, а жизнь мудрее всех нас, живущих и мудрствующих. Она милосердна. Она справедлива. Героев она заставляет усомниться. А всех тех, кто сделал мало или ничего не сделал, но проживших жизнь с чистым сердцем, ты понимаешь, она утешает. Ты понимаешь, вот утешает. Поэтому мне бы хотелось сегодня, сейчас выпить за детей своих. А вы знаете, Андрей Григорьевич, я вас где-то видел. Я не помню, когда и при каких обстоятельствах, но я вас точно где-то видел. Володя. За тебя, Нина, за тебя, за вас, спасибо. За Васеньку, это мой младший сын, он прекрасный, он отдыхает сейчас там. Итак, за ваше здоровье. Спасибо. За ваше счастье. Володя, Семен, за вас. Спасибо. Желаю, Семен, именно спасибо. Счастье. Спасибо. 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 За ваше счастье. Спасибо. За твое здоровье, папа. А. Хорошо. Не знаю, где, но я точно где-то вас видел. Точно. Ты видел, ну и что? Нет, ну а где? Не все равно. Вы знаете, у меня такой характер.
Если я не вспомню, я буду все время мучиться. Вот, я где-то видел, ну где-то видел. Молодой человек, я артист. Да. О, вы могли меня видеть. На эстраде. Прекрасно знаешь, что... Филармония. Нет, филармония это... Театр, наконец. Боже мой, вы это имеете значение. Нет, минуточку, минуточку. А ты не опоздаешь, осталось 18 минут. Спасибо за часами. Баба! За часами я слежу, но, понимаете, я должен вспомнить. Па-ра-ра-ра-ра-ра-рам, пам-пам. Пам-пам-пам. Можно вспоминать до самой смерти. Пам-пам-пам. Вспомнил. Я видел вас на улице. Я видел, на улице я увидел. Ну, слава богу, надеюсь, ты теперь успокоишься. Слушай, как же я раньше-то, как только ты сказала, до самой смерти, я сразу вспомнил. Я видел вас на похоронах. Черт, я не знаю, почему я раньше. Это было на прошлой неделе. Нет, подожди, это было на прошлой неделе. И в руках у него был вот этот же самый кларнет. Ничего подобного. Хоронили какого-то шофера. Вышли по улице Коминтерна часа в 4 дня. А я говорю, что ты обознался. Ну нет, ну Ниночка, нет. У меня. Вот стоит мне человека только увидеть мельком. У меня прекрасная зрительная память. На этот раз она тебя подвела. Ты его спутал с кем-то другим. Сынок, сиди, пап. Нет, ну что вы, да ничего подобного. Он был вот в этом плаще, в этом берете. Вы скажите. Тебе показалось. Пора. Да точно. Ты обознался. Нет, вы им скажите. Я обознался, неужели ты этого не понимаешь? Володя. Да нет, ну, ребята, Ниночка, я вам даю честное слово. Володя. Послушай, ты ошибся, это ясно всем, и тебе в том числе. Минуточку. Сам понимаешь, что ошибся, а настаиваешь на своем нехорошо, хоть ты врешь. Что-то я тебе за такие слова знаю. К тому же тебе пора, осталось 15 минут. Я веду себя нормально и говорю правду. Да. А если вот кому-то не нравится, то и пусть он убирается. Молодой человек. Что значит кому-то? Он мой сын. Он брат моей дочери. Я попросил бы вас быть с ним повежливее. Ну вы-то, ну почему вы молчите? Ведь это же вы были на похоронах. Ну вы скажите же им, в конце концов. Да, я был на похоронах. Однажды. Умер хороший человек. У них не было кларнета. Я был приглашен. Ну вот, что и требовалось доказать. Всякая работа хороша, если она необходима. Нет, вы не подумайте, что я это вспомнил, потому что мне не нравится ваша профессия. Да кем вы работаете, для меня совершенно не имеет никакого значения. Для тебя. Спасибо, сынок. Володя, я тебе налгал. Я уже полгода не работаю в филармонии, в оркестре. Да ладно, пап. А что, вы об этом не знали, да? Серьезный музыкант из меня не получился. Я работаю в кинотеатрах, на танцах и так далее. Ну и что? Уж лучше горькая правда, чем такие вещи. 10 минут. Людям нужна музыка, когда они веселятся и тоскуют. Папа, по-моему, ты на правильном пути. Mm-hmm. Где еще быть музыканту, если не на танцах и похоронах? Да нет, меня не назовешь неудачником, потому что у меня замечательные дети. Большое оживление в семейной жизни. Ну что ж, продолжайте, я желаю вам всего хорошего. Сынок, и подходящий момент. Нет, для выяснения наших семейных. Нет, на этот раз ты меня не остановишь. Послушай, старина, бросай мешок, не надо так спешить. А ну-ка, раздевайся. Отстань. Если когда-нибудь тебе что-нибудь не будет хватать, то ты обратись к папе. Он все устроит. Васенька, Васенька. Надо. Зачем ты ходил к ней ночью? Ну, кто тебя просил? Сынок, я хотел тебе добра. Я делал все это для тебя. Лучше бы ты обо мне не заботился. Прощайте. Я прошу прощения, но я на колени встану перед тобой. Но я запрещаю тебе уходить. Послушай, старина, а как же наш уговор? Пусти. Вы все меня стычертели. Сынок, я прошу тебя. Я
видеть тебя не могу. И тебя тоже. Что ты сказал? Так, родном брать? Убирайся! Сию минуту. Силы тебя оставлять не будем. Убирайся. И не надо! Ничего не надо! Папа, ты что? Вы побыгаете без нас! Бандюга с обаятельной мордой! Бедовщина! Уголовщик он же! Миша, извини! Ну, ничего, ничего, я не обращаю внимания. Именно не обращай внимания! Наплюй на чат! Тебе надо быть безразлично! Именно начинай, оставь меня! Начинается! Именно пошли к чертовой матери так же, как он! Ты со мной не будешь церемониться по этому поводу! Я не нужен вам! Не будешь со мной церемониться! Михаил, тебе пора. Перестань! Нет. Мне действительно пора. Я ухожу. Миша, останься. Надо, чтобы был хоть один здравомыслящий человек. Останься, пожалуйста. Я здесь лишний человек! Я не нужен никому! Все в порядке, папа! Ты понимаешь, я... Я очень извиняюсь, Ниночка, но мне действительно пора, я пойду. Миша, останься! Ну, пойми меня правильно. У тебя каприз. А я дал себе слово. Ну? Иди. Иди. А то действительно опоздаешь. Иди. По-моему, тебе надо прилечь. Отдохнешь. Вот они. Успокоишься. Дети-то. Господи, мои дети. Завтра увидимся. Да. Да, я сделал свое дело, сынок, я вырастил их, а теперь я свободен, я на старости лет могу. Я хочу насладиться одиночеством. Ты не будешь. Если ты не против, я останусь с тобой. В вашем городе. Вот нет, есть мединститут. А ты у меня, ты единственный у меня. Успокойся, ты видишь, как все просто. А что бы я делал, если бы не ты? Что бы я... Ты действительно решил остаться здесь? Да. А как быть? По-твоему, можно оставить сейчас его одного? Расстроена. Да уж, постарались, проявили талант. Никто не хотел, чтобы ты расстраивалась. Почему ты сделал из него идиота? Ну, мне не нравится. Ну и что? Не ты выходишь замуж, а я. Может быть, он не самый умный, не самый красивый, ну и что? А если я его люблю, тогда как? Тогда все в порядке. Завтра он будет тебя ждать. Да, будет ждать. Ну и вот, вы поженитесь и уедете на Сахалин. Никуда я не поеду. Как ждать? А ты прав. Его сейчас нельзя оставлять. И еще я поняла, что я папина дочка. Семов папа. Один у нас характер. Какой к черту Сахалин? Так. А твой? Он согласится? Не знаю. Может согласиться, а может нет. Ничего не знаю. Мне сейчас как-то все равно. Ну и не расстраивайся. Уж
кому, кому, а тебе ты, господи, это стоит только свистнуть. Столько парней сбежится. Тебе складывать их в штабеля придется. А ты мне поможешь. Идиот. Кретин. Ты что? Вот болван-то, а? Что случилось? Ничего. Просто если ты останешься, мне придется уехать. Здравствуй, ты еще почему? Почему? Потому. Сказано уже, что я идиот и не вижу никакого выхода. Какого выхода? Что с тобой? Ты что, всегда такой или с тобой недавно? Недавно. И что случилось? Влюбился. В кого? Как тебе сказать? Она принадлежит другому. Отбей. Это у тебя должно получиться. Легко сказать. А что тебе мешает? Я не знаю, кто она такая, но я ей ужасно завидую. И вообще мне жалко, что ты мой брат. Я тебе не брат. Что? Я тебе не брат. Ты что, шутишь? Не был никогда, не буду твоим братом. Я тебе не верю. У меня нет и не было сестры. Я тебе не верю, ты врешь. Факт есть факт. Отца я своего не знал. Мать моя живет в Челябинске. Твой отец там никогда в жизни не бывал, я его обманул. Зачем? Все вышло совершенно случайно. Он поверил, что я свой. Сначала он, потом ты. Я у вас совсем запутался. И еще. Мне не нравится твой жених. Потому что нравишься ты. А что ж ты до сих пор молчал? Ты что, сумасшедший? Может быть, но я не хочу больше быть твоим братом. Ты авантюрист. Тебе надо в милицию сдать. Сдай. Сдай. Лучше сидеть в КПЗ, чем быть твоим Тебя братом. Тебя надо из дома выбросить или спустить с лестницы. Да? А раньше, когда я был твоим братом, я тебе нравился. Сынок, я все обдумал. Мы едем в Чернигов. Ты что, жениться собрался? Я не могу здесь остаться. Понимаешь, нет, у нее нет ничего святого. Из этого дома надо уходить. Уходить немедленно. Уходить сейчас же, пока не вынесли. Сию минуту, сию же секунду. Я возьму только кларнет и ноты. И это все, что я отсюда возьму. Когда поезд? Не знаю. Ну, что ты намерен делать? Да. Ты представляешь, что с ним будет, если он узнает? Я готов, Володя. Собрался. Ничего не оставил. Подумай, только я мог остаться здесь. Ты понимаешь меня, сынок? Пап. Сядь. Сядь. Посидим перед дорогой. Лет жил чужой жизнью, а счастье оставил в Чернигове. Как я мог, как я не разыскал.
Но я возвращаюсь, сынок. Я возвращаюсь. Не сомневайся. Я убежден. Я просто убежден, что твоя мать будет счастлива. Ты что, не веришь мне? Нет, я верю. Но зачем же так спешить? Ну что ты? Все разом. Ну что ты? Немедленно. Сейчас же. Что ж ты сидишь-то? Сынок, что ж ты сидишь? Папа, папа, успокойся. Не волнуйся. Где этот? Что случилось? Я крупно пострадал. Мне нужны брюки. Мы с вашей соседкой, дорогой папаша, по-соседски пили чай. А окна были открыты. И ваш сын бросил меня в хозяйственные спички. Ну, брюки. Знаете, большой коробок. И он взорвался. И я сгорел. Дайте мне брюки. Дайте мне брюки! Займы! Ну, пустите. Где этот твой, а? Ну, пустите. Я ему брюки давай, говорю. Горит. Все побрасывай. Где это? Горит-то. Жаль, что твоя шкура плохо подгорела. Ты что, старичок, что ты говоришь? А ведь я предупреждал. Предупреждал, предупреждал. Где горит-то? Да вы не беспокойтесь, Андрей Григорьевич. Только вот диван, где он сидел. Любовничек. Какая любовь? Я тут с огнем боролся. В гробу я видел такую любовь. Вон как ты заговорил. А ты как хотела? Гори, тебя поджигают, а я-то здесь при чем? Видеть тебя не могу. Взаимно. Сама ты знаешь... Вот он. Васенька, ты ведь в самом деле мог меня поджечь. Гони брюки, слышишь? Смех моя ведь и привлечь могу, как-никак поджег. Она подтвердит. На меня не рассчитывай. Может, ты ему спасибо скажешь за то, что он тебя поджег? Может, и скажу. У него же истерика. Неси воды. Ну-ка, брат. Ну-ка. Это все пустяки. Вот так. Нет, ты смотри, он же еще и заходится. Беги отсюда, пока цел. В таком виде? Куда? Гоните брюки, вы, психи. Обойдешься, это тебя даже к лицу. А ты все сынка изображаешь? Вали отсюда! Или ты хочешь, чтобы я тебя проводил? Ну, спасибо тебе, старичок. За все спасибо. Настоящий ты оказался друг. Я ухожу. Но сначала я должен раскрыть глаза общественности. Заткнись! Вы, папаша, глубоко заблуждаетесь, если думаете, что он ваш сын. Он такой же сын, как я, Жизель. Он вообще неизвестно кто. Может, рецидивист. Смотрите. Он вам еще устроит. Сынок. Вон. Пап. Мерзавец. Пап, не надо. Папа, не надо. Негодяй. А ну, приди. Не станешь. Старичок, да ты что? Я тебе покажу тебя. Негодяй. Старичок, да ты что? Я тебя... Старичок. Ты... Вот, старичок, да ты что, старичок? Он прав. Я вам не сын. Я вам не сын. Я обманул вас вчера. Поймите, я не хотел. Все вышло случайно. Вчера, когда вы к ней стучались, я узнал ваше имя и запомнил вашу квартиру. Мы хотели погреться и уйти.
Все вышло само собой. Это невозможно. Вот. Этого не может быть. Я надеюсь, что вы меня простите, потому что я, ну, в общем, я рад, что я к вам попал. А я не верю. Скажи, что ты мой сын. Сын ведь, правда? Сын? Нет. Я не верю. Я не хочу этому верить. Конгресс, и сам уже не верю, что я вам не сын. Ой. Но факт есть факт. Я не понимаю. Я не хочу этого понимать. Ты мой сын. Ты настоящий Сафронов. Ты любимый мой сын. Пап, а мы? А я, Васенька? Вы тоже мои дети. Только он старше вас. Он умнее вас. Чудные вы люди какие. Чудные. Чуть дом не спалили. Володя, подойди сюда. Кто бы там ни было, а я считаю тебя, Володя, своим сыном. Все мои дети, потому что я люблю вас. Плох я или хорош, но я люблю вас. А это... главное. Извини, конечно, я хочу спросить, у тебя вообще родители имеются? Да. Мать в Челябинске. Они живут с моим старшим братом. А ты? Как ты сюда попал? Я учусь здесь. А где ж ты живешь? В общежитии. В общежитии? Это же неуютно, это далеко. Ты что, Володя? Ты должен жить у нас. Да нет, что вы. Ты должен жить у нас в Нининой комнате. А я никуда не уезжаю. Разве я тебе не сказал, папа? Нет. Я буду вас навещать. Я буду бывать у вас каждый день. Я вам еще надоем. Нет, нет, Володь, я настаиваю, чтобы ты жил у нас. У нас. Я приду завтра. Когда? В 6 часов. Кстати, который сейчас час? 11:30. Ну вот. Поздравьте меня. Я опоздал на электричку. Это...